Huawei представила умные часы Watch 2. Новинка оснащена процессором Snapdragon 2100 и имеет 4 ГБ встроенной памяти. Стоимость часов – от $240. Китайская компания Huawei представила умные часы Watch 2 2018, оснащенные дисплеем 1,2 дюйма с разрешением 390×390 пикселей. Стоимость устройства составляет $240 для базовой модели и $310 для старшей. Об этом пишет Gizmoshine. В основу часов положен процессор Snapdragon 2100. Также гаджет оснащен 768 мегабайтами оперативной и 4 ГБ встроенной памяти, а кроме того, NFC, GPS, Bluetooth и поддержкой сетей 4G. Старшая модель также получила слот для nano-SIM или eSIM. Емкость аккумулятора составляет 420 мАч. Полная зарядка аккумулятора производится в течение 100 минут. Ранее сообщалось, что китайская компания Huawei разрабатывает первый в мире гибкий смартфон. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.